Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Перший Украин». Мы продолжаем проект «Smart Ukraine». И сегодня мы обсудим вопросы бизнеса. Я решил пригласить в студию Олега Березюка, главу юридического украинского товарищества, а также главу Украинского центра диалога и коммуникаций шейха Имада Мустафу Абу Аль-Руба и Стефана Окснера. Добрый вечер. Аглян вас аглян, шейх Имад. Скажите, пожалуйста, вот вы возглавляете Центр диалога и коммуникации. Какие его основные задачи? Вы знаете, уважаемые, сейчас в нашей жизни очень трудно, и хотя бы, когда посмотрим, много конфликтов между религией, и культурными людьми. И это мы читали, потому что они не познакомятся друг с другом. Для этого мы хотели делать, мы создали и открыли Украинский центр диалога и коммуникации, что можно делать хорошую дружбу между культурной и религией. И для нашей цели можно, Стефан, еще объяснить, если... Стефан, пожалуйста. Основываясь на том, что сказал шейх Имад, да, действительно, мир сейчас испытывает много проблем, да, конфликтов и тому подобное. И вот роль нашего центра заключается в том, чтобы как бы объединить всех людей, организаций, всех заинтересованных людей в решении данных вопросов, чтобы создать такой мост связи и дружбы между ними, которые бы могли путем диалога, да, совершать правильные поступки. В том числе наша организация уже за прошедшие годы имела визиты, да, королям различных государств. Например, какие? Саудовская Аравия. Вот. Иордания тоже. Иордания, в котором были обсуждены многие вопросы, которые бы могли помочь не одной стране, а вообще конфликту в мире. То, что сейчас происходит, массовая дезинформация, скажем так. И хотелось бы вылечить это путем диалога и справедливости. В том числе мы не только, скажем так, зарубежным ездим лидером, но и также встречались с нашими украинскими. Да. А кто в Украине откликнулся на вашу инициативу? Господин глава департамента религии и национальностей Андрей Васильевич Юрош, который достаточно часто помогает нам, да, в нашей деятельности своими советами и своим опытом, да, в данной стране. Вот. Спасибо, Стефан. Да. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, ну, у нас все хорошо, мы никому не угрожаем. Зачем нам еще вот в Украине дополнительный какой-то центр каких-то коммуникаций, диалога? Что это нам дает? Ну, может, мы никому не угрожаем, но нам угрожают. Раз. Два. Когда идет речь о центре диалога и коммуникаций, здесь вопрос надо поставить немножко шире. Тут не имеет значения, кто-то угрожает или нет. Мы плохо знаем исламский мир, и исламский мир плохо знает Украину. В частности, когда мы говорим, например, о Саудовской Аравии, я знаю, что многие саудовские бизнесмены хотели бы зайти в Украину, заниматься бизнесом, но они не понимают наш менталитет, они не знают особенности нашей страны. И точно так же наши предприниматели, которые хотели бы выйти на рынки Саудовской Аравии, вот я знаю, у нас есть строители, которые хотели бы туда поехать, но обратно же не знают менталитет, не знают особенности законодательства и вообще условия ведения бизнеса. Поэтому, когда мы с шейхом Имадом говорили на тему налаживания моста, то мы имели в виду, что мы будем пропагандировать Украину в странах Арабского Востока, а шейх Имад будет пропагандировать страны Арабского Востока в Украине. И таким образом мы построим мост, который соединит недостающие детали. И я думаю, что таким образом мы сможем наладить и диалог, и конструктивное сотрудничество. То есть, в принципе, вы считаете, что данный центр отвечает национальным интересам Украины? Я скажу больше, он не только отвечает, он необходим. Потому что, если мы говорим, допустим, об Украине, у нас никто системно не занимался Арабским Востоком. В свое время, вы знаете, весь интеллект востоковедов был сосредоточен в Москве.
там остались и дипломаты, там остались и бывшие разведчики, которые работали в этом направлении. Украина стала независимым государством, и весь интеллект остался в России. Системно в Украине даже теми арабистами... Вы имеете весь интеллект вот в данной сфере? Востоковедение. Да? Востоковедение, да. В сфере востоковедения. И когда появилась Украина, системно никто не занимался арабским Востоком. А почему? Ну, это надо спросить наших президентов. А вы как эксперт считаете, это было умышленное замалчивание проблемы Востока, умышленное не включение Украины в дискурс геополитического формата, либо же это просто непонимание? Я думаю, что это было непонимание, непонимание важности этого вопроса, потому что на Арабском Востоке есть энергоносители, на Арабском Востоке есть сегодня свободные деньги, которые относительно дешевые. Арабский Восток хочет иметь с Украины, в первую очередь, это продукты сельскохозяйственного производства, потому что они качественные, они достаточно, относительно недорогие. Плюс, если вы знаете, больше 50% научных изысканий было зарегистрировано в Украине, в Советском Союзе. То есть у нас достаточно высокий научный потенциал. И вот кроме морковки и капусты, мы можем еще и технологии экспортировать. Мы можем экспортировать технологии. Вот я знаю одну из технологий, которая применяется в нефтепромышленности, которой нет нигде в мире. Но об этой технологии мало кто знает. Вот мы с шейхом Эмадом недавно обсудили, я рассказал суть проекта. Сейчас информация будет передана в Саудовскую Аравию, и я думаю, что с нашей помощью мы сможем соединить наших ученых с бизнесменами, которым эта технология нужна. Вот, коль скоро мы заговорили уже за бизнес, как основную тему нашей передачи. Шейх Эмад, каковы исторические и культурные особенности ведения бизнеса в арабском мире? Тафадаль. Спасибо, уважаемый. Как вы знаете, торговля – это была в истории. И была китайская, был индийский, был арабский. И арабские тоже, они продали много их товаров раньше и купили от других стран их товар. Но сейчас в конце 50 лет или 100 лет, можно сказать, уже в арабской стране есть нефть. И земля бедная, и дождь мало, вода мало. Для этого постоянно должен делаем мост между странами, как Украина. Слава Богу, Бог дал для Украины богатая земля, и дождь, вода постоянно есть. Для этого у нас есть большой шанс не только на продукты или зерно, или масло, или другое. Как вы объяснили, сказали, тут же господин Олег сказал, в Украине есть еще технологии. Эта технология для арабского мира никто знает. Мало людей кто знает. Мы всегда слышим американский, итальянский, европейский, китайский. И вы не знаете даже, что в большинстве из них они покупают в Украине, да. Регистрируют патенты как американское, да. И все. Сейчас мы, когда были много конференций и встреч между бизнесом в арабской стране, они были в шоке, когда знали самый большой самолет для торговли украинский. Да. Чернобыль была в Украине. И много заводов, технологий в Украине, они очень активные и хорошие. Это для... И прототип первого адронного коллайдера тоже, да, кстати, да, был в Институте Глушкова кибернетики в Киеве. Да. Стефан, вот хотел вам задать вопрос. Вы как представитель молодого поколения, как вы видите возможность ведения бизнеса в Украине? Вот вы бы поехали в Украину делать бизнес или нет? Но на самом деле, если отсутствует знание ментальности народа, да, и специфики, скажем так, бизнес-отношений тут, то я бы, наверное, не рисковал, потому что все-таки можно подвергнуться обману. Однако, украинский народ достаточно охватывает своим духом, да, то есть добротой, и все-таки есть люди, которые... У них есть идея, и есть идея, которая бы была, хорошо бы вложиться. И это все-таки привлекательно очень сильно. Однако остался вопрос законодательства и правовой системы. Олег, насколько у нас представлен арабский бизнес, вот законодательство?
Ну, законодательством у нас есть проблема и не только для арабского бизнеса, и для западного бизнеса, а тем более для украинского бизнеса. Поэтому, если мы говорим об общественно-политической стабильности, о стабильности нашего законодательства, ну, я думаю, что здесь эта ситуация не выдерживает критики. Ну, что это, надо сделать? Критикуют все. Мы не критикуем. Что надо сделать? Ну, смотрите, здесь что надо сделать? Ну, первое... Вы сказали, там много свободных денег. Вы сказали, что они хотят их вложить. То есть фактически нам нужно сделать, создать такие условия, чтобы эти деньги к нам потекли и заработали не только наши уважаемые гости, но и Украина зажила. Ну, я думаю, здесь этот вопрос нужно разделить на два. Первое, что нужно сделать Украине? Да. Это надо навести элементарный порядок, но кроме нас нам не поможет никто. Ни американцы, ни китайцы, ни арабы, наши друзья. Грузины, наверное. Грузины. Вот очень разбираются, и грузины, они в украинской ментальности. Грузины тоже не помогут. Кроме нас самих в Украине порядок не наведет никто. Это первое. Второе, что можно делать сейчас, не ждать, пока будет в Украине порядок? Ну, во-первых, надо знать людей, с кем можно иметь дело, с кем нельзя иметь дело. Мы, юристы, как никто другой, это знаем. Мы знаем, кто честно ведет бизнес, кто пытается не совсем честно это делать. Вот не совсем понимаю. То есть приезжает шейх Имад, приезжает коллегу Березюку, да, и спрашивает: Олег, вот скажите, кто честно ведет бизнес, а кто нет? У нас, может быть, какие-то базы данных есть, или как вот шейху Имаду, например, узнать, кто честный, кто нет? Очень просто. Да. На самом деле... Откройте тайну. Нет, на самом деле так и происходит. Вот шейх Имад мне подходит и говорит: вот знаешь вот такого-то бизнесмена? Или там знаешь вот такого-то юриста? Это примерно мне как Савик Шустер напоминает, который шел по улице и встретил американского посла. Вот, а где я могу встретить шейха Имада? Ну, к сожалению, пока есть проблема. Для того, чтобы... Ну, глобально мы эту проблему не решим. Потому что надо решить вопросы законодательства. Это надо как минимум стать президентом и иметь большинство в парламенте. Тогда я намек ваш понял, будем работать в этом направлении. Тогда можно будет решать эту проблему глобально. Если говорить на частном уровне, шейх Имад знает бизнесменов, которые честно ведут бизнес в арабских странах, потому что там тоже не все так просто. Мы знаем, кто у нас ведет честно бизнес, потому что у нас далеко не все просто. И таким образом, через диалог, через помощь в налаживании контактов и в сопровождении этого бизнеса, мы можем сделать пилотный проект, показать, как оно должно работать. И мы, это в наших силах. Тем более у нас с шейхом Имадом уже есть практика в таком плане. Шейх Имад, вам вопрос. Что мешает развитию долгосрочных отношений между арабским и украинским бизнесом? Тафадаль. Спасибо. Как мы знаем, мы желаем вначале не будет какие конфликты или какие трудные законы для бизнеса. Мы должны знать вначале от имени Кувейт, Сауди Аребия, Эмират, Катар, как пример, больше 1000 миллиард долларов они лежали в Европе, первые страны Англии, потом Америка, потом Европа и Азия. А в Украине сколько они лежали? Меньше миллиард долларов. Почему? Потому что, как мы знаем, любой бизнес, он первый очередь, он ждет, какие спокойные страны. Второй закон. Там, где царит мир, да, и стабильность. Мира. Для этого мы скажем постоянно мир, мир. Это цель для всех и хороший для всех. Второй очередь, они тут же посмотрят, как закон этой страны помогает нас для работы или нет. И много закон пока не хватит для арабских бизнесов проходить сюда. Не хватит. Есть хорошие законы, но не хватит. Третий, они тут же подумают, если они лежали деньги здесь и открыли серьезный бизнес, и был прибыль или хотели поменять страны, они можно взять их деньги или нет. Если страны не разрешают, скажут нет, только вы можно ваши деньги, только ликвидность бизнес и только делает как это. Для этого мы скажем, сейчас у нас есть шанс. Мы между уважаемыми Олега и между уважаемыми серьезные люди, кто они, мы читаем и верим, и знаем, они специалисты, они знают, и закон Украины, они хотят от души помогают. На этот цель можно делать мост между арабской страной и между Украиной на этот теме, иншаллах.
Олег, по поводу моста. Что Украина может предложить интересного арабским бизнесменам, чтобы этот мост имел дороги в две стороны? Ну, оно так и будет. Здесь должна быть дорога в две стороны. Я уже говорил, что в арабском мире есть энергоносители, в арабском мире есть свободные деньги, которые можно инвестировать в Украину. В Украине сейчас не хватает денег для развития, раз. Невзирая на то, что у нас достаточно сложная общественно-политическая ситуация, если иметь надежных партнеров с одной и с другой стороны, с помощью юристов, можно выстроить такие схемы работы, которые будут эффективными даже в нашей ситуации. Поэтому я думаю, что с нашей стороны можно было бы и продукты сельского хозяйства, и технологии, ну и таким образом вместе развиваться и как бы поднимать экономику обоих стран и народов. Стефан, скажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт или, может быть, у ваших знакомых, ведение бизнеса в Украине? Да, есть. У меня непосредственно родители как бы занимались, да, скажем так, бизнесом еще с 90-х годов. То есть и они выучились, да, то есть закончили университет и начали свой бизнес здесь. Достаточно успешно, скажем так. Украина полна возможностей. Однако единственное останавливает то, что безопасность ведения бизнеса тут. То есть то, что твой бизнес останется сохранен до того места, когда ты его уже разовьешь. Ну, как и упомянул шейх Имад, у нас есть достаточно много успешных бизнесменов, которые работали, работают и будут работать тут, потому что некоторые поняли ментальность и этот климат, и они как-то адаптировались к нему, но все равно есть какие-то преграды для будущих инвестиций с арабских стран, там, где, как упомянул Олег, что очень много денег, но они не хотят их вкладывать с риском. Шейх Имад, вопрос такого характера. Можем ли мы говорить, что на фоне торговых запретов и различных эмбарго в сфере бизнеса будет имплементирован принцип «аль-васатия» и арабские инвестиции хлынут рекой в украинскую экономику? Как посредник, да? Конечно, это «васит», мы в этот момент скажем. Конечно, это очень хорошая идея или слова, но когда мы сначала хотим, я хочу еще сказать, если мы посмотрели сейчас, в этот момент, сколько арабских бизнесов в Украине есть, больше 100 бизнесов, yani кто работает на большая сумма, но 90% из них, они были студенты в Украине. Они учились здесь. Можно кто-то женился от Украины или хотя бы жил в Украине и видел технологию в Украине, культуру Украины, что можно работать, можно отсюда отправлять товар до арабской страны или от арабской страны, или от мира отправлять товар до Украины. Но вопрос сейчас, а почему много арабских бизнесов не знает в их карте, нет Украины. Почему? Потому что, как я сказал, это от нас немножко много, можно, мы сами не показали Украину как надо. И второй, можно много, как сказать, специалисты в бизнесе, они не думали, что есть арабский народ, арабские страны, арабский мир. Есть бедные страны в арабском мире, есть богатые. Богатые нам должны, потому что мы продаем их продукты. И бедные тоже, мы продаем их зерна, как пример, и масло, и других товары. И можно сказать, если есть хорошие отношения или собирание между арабским бизнесом и украинцем, и был реальный бизнес-план для этого араба, и был закон, показала их, что вот закон Украины помогает вам, закон Украины дает вам как гарантия для вашей работы, я думаю, будет шанс для нас работать вместе еще больше.
Олег, скажите, пожалуйста, принцип аль-васатия – это принцип соизмеримости, принцип баланса интересов. Вот как у нас балансируют интересы личности, государства и общества в сфере экономики? Что нам нужно сделать для того, чтобы вот этот баланс был внедрен в нашу практику, и экономическая система все-таки начала выбираться из той ямы, в которой она сейчас оказалась? Для того, чтобы это сделать, нам нужно в первую очередь, чтобы те люди, которые имеют право принимать решения на высшем уровне, имели политическую волю для того, чтобы создать законы, для того, чтобы заставить эти законы работать, а для этого надо будет подобрать специалистов, подобрать хороших исполнителей. Ну, это как бы в теории, это в будущем. Сегодня, к сожалению, ситуация достаточно нестабильная, но я бы сказал так, на частном уровне эти проблемы решать можно. Я имею опыт работы и в госорганах, и достаточно долго работал в адвокатуре, поэтому как защитить на частном уровне интересы того или иного бизнеса, я знаю. И достаточно эффективно это все получается, невзирая на президентов, на ситуацию в стране. Ну, единственное, что если возникает форс-мажорные обстоятельства, такие как, например, на Востоке у нас идет война, там да, там закон не действует, там право не действует, там действует закон силы. Кто сильнее, тот и прав. Но даже в этой ситуации и то можно подобрать людей, которые будут обеспечивать даже силовое прикрытие при необходимости. То есть при желании на частном уровне обеспечить нормальную работу бизнеса в Украине можно даже в этой негативной обстановке, которая есть сегодня. Шейх Имад, вот возвращаясь к вопросам ментальности, могут ли ментально украинские бизнесмены вписаться у вас там, в арабском мире, в систему арабского бизнеса? Да, конечно, в любой момент закон разрешает. И сейчас, вы знаете, есть разные люди и разные бизнесы. Есть кто-то вообще, когда он хочет работать в какие страны, он читает их историю, их культуру, и спросит юристами на их закон для бизнеса. И есть кто-то вообще открывает и не знает. Ну, вообще могу сказать, больше 70% культура бизнеса торговая в Украине подходит для арабского мира. Но немножко есть какие, можно, они не понимают друг друга. Для этого, я думаю, если мы постоянно делаем круглый стол, встречи между бизнесами, и делаем документальный фильм, для, как пример, на Украине, показывает Украина, как пример, если мы хотим приглашать арабские бизнесы работать в Украине. Когда мы разговариваем на технологии, или земля, или продукты, или одежды, или любой теме, мы должны разговаривать как специалисты. И я думаю, сейчас медиа помогает, документальный фильм это помогает. И самое важное, должен быть стратегический план. И посмотреть, для что и почему до сейчас у нас слабый связь на этот вопрос. Почему слабый и не хватит. Я в первую очередь, я как сказал, в первую очередь я читаю, что много арабов не знают, что такое Украина и какая технология в Украине. И что Украина богатая земля и богатая страна. И культура Украины очень хорошая, как международная культурная. Уважает всех и угостит всех, и открывает дверь для всех. Но проходите по законам, проходите на хорошие намерения, и можно спокойно открывать между нами бизнес, иншаллах. Олег, а вот как вы считаете, с точки зрения именно ментальности, все-таки ведение бизнеса у арабов и украинцев отличается? Смогут ли наши бизнесмены, привыкшие к откатам, десятинам, взяткам и коррупции, вести бизнес в арабском мире? Если они отвыкнут от этих зловредных привычек, тогда они, конечно, смогут вести бизнес в арабском мире. Ну, понимаете, когда идет речь о короле Саудовской Аравии, ему нет смысла предлагать взятку ни за что, потому что он ее не возьмет. Это первое. Второе, когда мы говорим
о некоторых видах бизнеса, которые, например, нельзя вести в арабском мире. Ну, например, никто не будет в арабском мире продавать водку, потому что там запрещено употреблять алкогольные напитки. Обратно же, и горный бизнес тоже не поощряется. Ну, вместе с тем, когда мы говорим об арабском бизнесе, там надо, чтобы наши предприниматели поняли логику мусульман, логику их принципов. Тогда без проблем они смогут вписаться. Я знаю, что очень многие ведут, ну, не очень многие, крупные фирмы ведут бизнес в арабских странах. Малый и средний бизнес, естественно, не доходит туда по многим причинам. И я думаю, что вот наше сотрудничество с шейхом Имадом поможет им открыть глаза на арабский мир и из малого бизнеса стать большим. Приведите конкретный пример, чтобы нашим зрителям было более понятно, почему, допустим, в исламском банке не платятся проценты? Чтобы мы увидели вот этот вот переход ментальности в бизнес, вот этот мостик, о котором мы постоянно говорим. Ну, когда мы говорим о процентах, в исламском банке запрещена риба, то есть взимание процента. Я думаю, это связано с тем, что мусульмане стараются сделать свое общество стабильным, и чтобы в нем не было каких-то общественно-политических резонансов. Вот, например, у нас финансовые майданы, вы видите и слышите не один раз о них. Люди пошли в банк, взяли деньги, изменился курс, люди отдать деньги не могут, имущество в залоге, возникает проблема. Это дестабилизация общественно-политическая. Это достаточно серьезно угрожает не только экономической системе страны, а и вообще ставит вопрос национальной безопасности. В арабском банке это в принципе невозможно, потому что там никто не берет проценты. Там бизнесмен, который хочет получить у банка деньги, он предоставляет бизнес-план, он говорит, что он хочет купить. И банк покупает и потом передает этому бизнесмену, то есть перепродает уже с большей суммой, и на этом банк получает свой заработок. Но бизнесмен четко уверен, что он заплатит именно вот эту сумму. Вот в чем особенность. И когда был мировой кризис финансовый в 2008 году, исламские банки не пострадали. Именно поэтому. Заканчивая передачу, шейх Имад, я вот хотел вас спросить. Я знаю, что вы любите аэропорт. Почему? Какие ассоциации он у вас вызывает? Да, это очень важно. Спасибо на этот вопрос, потому что я скажу, когда объясню, я думаю, все должны быть любить аэропорт. Вы знаете, сейчас мы живем в трудное время, и потому что не всегда есть политики, конфликты, есть экономии, есть религиозные, есть разные конфликты между людьми. И когда я хочу, как пример, я отец, я хочу объяснить мои дети, жизни, дружба, культура, диалога, какой страны, какие места должен показать. Да, у нас есть, слава Богу, в Украине хорошая дружба, но для мира нет места, что собирает все люди в мире. Для этого, когда я был в аэропорт, один раз посмотрю со мной, кто есть, люди, пассажиры из всего мира. Кто-то знает друг друга культурного или язык, кто-то не знает. Все сидят на его место, кто-то бизнес-карт, кто-то первое место, последний и так. И сидел спокойный, уважал его соседи. Когда девушка угощает, он тоже помогает. Можно этот пассажир и этот пассажир из страны, какие они не разговаривают друг с другом, серьезный конфликт есть, но в аэропорт все сидят спокойно. Да. Это письмо для мира, что мы можно, если хотим, политики, религиозные и лидеры, политики, лидеры, экономии, лидеры религии, лидеры культура. Если они хотят, можно сделать этот. И, иншаллах, делаем. Шокран, шейх Имад. Шокран, Стефан. Спасибо, Олег. Ана масрур фи хадисикум алейум, шейх Имад. Шокран, лакум. Я благодарю вас за прекрасный эфир. Сегодня мы с нашими гостями обсуждали вопрос создания украинско-арабского моста для ведения бизнеса. И наши эксперты выделили самых три главных компонента. Мир и стабильность, эффективное законодательство и баланс интересов,
господствующий и зиждешься на принципе «Аль-Васатия». С вами в студии был доктор юридических наук Владимир Липкан, Smart Ukraine.